Привет, бандиты! Продолжаем играть за нашего каджитика. Каджит у нас тоже таки разбойник с луком, стрелами. Так, куда нам там? Что у нас тут? А, задание. Найти свиту королевы в Танзелвилле. Понятненько. Так, у нас здесь небесный осколок. Я его подобрал в прошлой серии или забыл? Подобрал или забыл? Блин, давайте зайдем, глянем, что ли. Ага, вон там, наверху. Сейчас быстренько сбегаю, посмотрю. Там, правда, мобы стоят злобные, которые меня не пропустят без боя. Ну, что поделаешь, придется подраться. Или нет, не придется. Заходим. Так. Где эти осколки? Не понял. Ладно. Видимо, подобрал в прошлой серии. Не буду париться на эту тему. Так. Тут у нас книжечка еще есть, кстати. Мы эту книжечку забрали. О чем она? Перевод айлейских надписей. Охотник на небесные осколки, говорит он. Нет, не это. История Тамриэля. Так, я, видимо, я в прошлой серии все книги, которые смог найти, нашел, как я помню. Так что да. Древние легенды Двимеров еще вон лежат. Пойдемте сходим, глянем, что это даст. Потом к королеве отправимся. Может, что полезного узнаем из этих древних легенд Двимеров. Здрасте. Чё валяемся? Так, получить сейчас доступные награды, понял. У вас есть нераспределенные очки характеристик. В запас сил, конечно же. Все в запас сил. Зря я в здоровье тут вложился. Так, рецепт курица с эстрагоном. Я уже думал, с эстрогеном. Птица. Ингредиент для приготовления пищи. Приправа. Угу. Посетите огонь для приготовления пищи, чтобы разблокировать ремесленный навык снабжения и получить возможность создать еду и напитки. Принимаем. Блин. Ах, места нет. Как всегда. Как всегда. Как всегда. Как всегда. Как отсюда в инвентарь-то попасть? Вот так. Так, стопы. Здесь есть торговец где-нибудь? Среди вас, вояки, нету торговца? Так, ты торговать со мной не хочешь, понял. Блин. Блин. Бежать, что ли, в город обратно, я не понимаю. Место освобождать. Так, ладушки, сейчас ходим за двемерским этим свитком. Потом я сбегаю в город и почищу инвентарь. Это я сделаю на паузе, чтобы вас не напрягать. Эти цветочки нельзя собрать. К сожалению. Красивые тут у них. Опс. Ребятки. Поджигатель наследия. Давайте убьем, узнаем, что они прячут. Нет, 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 нет. Блин, выстрелил. А, нет, не. Они меня магией пытаются задолбить. Так, минус один. Ах, ты ж засранец. Постой немножко, покури. Все. Iron Guard. Защита. На мне средние доспехи, они будут тяжелые. Блин, стоп. Да я хочу подобрать дроп, слышишь? Ладно.
Огонь, вот огонь, кстати, нашли. А, мы еще не взяли ингредиенты. Нету места. Блин. Ладно. Где эти записи? Неплохо мы тут зашли. Посмотрите, какой медведь. А ну-ка, давайте-ка мы его оприходуем. Не попадешь. Отойди от меня. Средняя, тяжелая. Так, блин, взять, конечно, стоит. Грязная шкура, ботиночки, глиф здоровья тоже неплохо бы забрать. Так, давайте выкинем что-нибудь все-таки. Maple Shield мне не нужен. Так, что тут еще можно скинуть, пока не исчез. Лотос давайте выкинем нафиг. Пошел. И вот это. Забираем, забираем. Забираем шкуру. Serum of Health. Так, в комментах мне, по-моему, так никто и не написал, как пользоваться. Блин, как она запускается-то? Опять забыл. Ну, той панелькой, которая выскакивает перед глазами, чтобы туда выставить баночки всякие, их применять. Ладно, потом как-нибудь сам найду, как этим пользоваться. Мне просто очень лень. Вы видите, насколько я ленивый. Уже сколько серий записал. До сих пор не выяснил. Мне даже запомнить сложно, как вызывать эту хрень. Эту панельку. Ладно, хрен с ним. Погнали. Так, 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 я рядом. Где-то здесь. Где-то здесь. Вот они, записочки. Эть. Древние легенды Двимеров 3. о важности места. Марабар Сул. Вождь... вождь Атрабара. Я думаю, что он там отобрал. Вождь Атрабара собрал своих мудрецов и сказал: «Каждое утро я нахожу 10 овец из моего стада заразными. В чем причина?» Фангбит, военачальник, сказал: «Может быть, чудовище спускается с гор и поглощает твое что? Твое стадо?» Горик-целитель сказал: «Может быть, новая болезнь тому виной?» Берен-жрец сказал: «Надо принести жертву богине, чтобы она спасла нас». Мудрецы принесли жертвы, и пока они ждали ответов от богини, Фангбит отравился как... чего? Отправился к наставнику Джольтерегу и сказал: «Ты научил меня, как сделать... дубину». Понятно, тут, короче, целая сказка. Ё-моё, сколько страниц. Не, спасибо, я не буду это читать. Да еще таким почерком непонятным. Так, что у нас тут? Плато, пожар, душ. Ладушки, друзья, я пока на паузу, а потом... ну, почищу инвентарь, а потом к королеве. Отправимся. Итак, я... кое-что продал. Давайте глянем, смогу ли я получить награду. Награду. Отлично. Отличненько. Так, еще левел. Так, подождите, а что это оно не применилось? Отлично. Нажать забыл распределить очки. Так, раз уж я буду оружие вкачивать, стрельба из лука, чисто фановое такое прохождение у меня получится. Правда, не знаю, как люди отреагируют, когда я в какое-нибудь подземелье пойду с таким билдом, как у меня примерно сейчас, но возможно будет еще хуже. Посмотрим. Так, открывается на 50 уровне навыка стрельба из лука. 50 уровень. Еще далеко.
Ладно, тогда пока что придется качать классовые какие-нибудь. Я, правда, не знаю, что тут качнуть. Что из этого лучше. И пока не буду об этом думать. Давайте лучше сосредоточимся на прохождении. Так, что я хотел? Хотел с королевой поговорить. С королевой. Где-то здесь. Так, блин. Вот. Найти свиту королевы. Давайте, наконец. Чего? Чего? Я просто выделить хочу. Вот, пункт назначения. Хочу квест выделить. Блин, а да что такое? Чё они... Где эти дурацкие задания? Ауридон. Королева, вот. Все. Погнали. Опять же, я сейчас на паузу, конечно, пойду. Не буду вас заставлять смотреть на все это. Нам направо. Да, и мы же забыли посмотреть, что нам там выдали. Рецепт курицы с эстрагоном. С эстрогеном. Будут так называть. Увеличивает максимальный запас здоровья на 6000 единиц в течение 35 минут. Нифига себе. Так, давайте-ка используем, исследуем этот рецептик. Будем готовить. Надо найти сейчас кастрюльки, попробовать приготовить. Да, сегодня такая серия. Больше изучаем, чем... Ну, ингредиенты там еще, по-моему, были какие-то. Как раз-таки, видимо, для приготовления вот этой штуки. Так, вот теперь давайте-ка найдем костерчик где-нибудь по пути найду, чтобы не терять много времени. Людей, конечно, бегает до хренища. Игра пользуется популярностью определенной, но учитывая, что она практически бесплатная, в плане, что ее купить надо просто. Никаких подписок. Я Вовку уже играю 2 года. Или больше. Нет, конечно, больше. Я даже не знаю, сколько я играю Вовку. И там каждый месяц по 500 рублей. А здесь заплатил 2000 или сколько там, 3000, не помню. И все. Ну, правда, это дополнение еще покупать, конечно, нужно. Ну, но это ладно, это тоже не сравнить с Вовкой. Близзарды, конечно, любят бабло грести. Тут ничего не скажешь. Хоть мне и нравится Вовка, но все равно она слишком дорогая. Вот. Так что после прохождения Легиона, если вы смотрите у меня прохождение Легиона, мне придется взять паузу небольшую. Я, наверное, не буду долгое время играть на офе Вовку. Разве что на пиратке. Заодно и подтянем это прохождение. Так, здесь книжечка где-то. Книжечка должна быть полезной. Она там что-то дает, вроде как. Найдена книга знаний. История гильдии бойцов. Так, я буду перематывать, как в прошлой серии, а вы читайте. Вот. Надеюсь, что эти книги записываются куда-то в кодекс. Чтобы я потом их почитал где-нибудь на паузе. Третья страница. Четвертая, последняя. Так, хорошо. Что у нас тут в рюкзачке? Чистая вода, не буду брать. Нету места в инвентаре. Инвентарь я так особо и не почистил. Там нечего удалять. Там одни ингредиенты, их нужно использовать для создания чего-либо. Так, что еще здесь?
Там еще одна книжечка где-то. Надо будет по пути заглянуть. Так а что книжечка-то дает? Я что-то не понял. А это что за святилище? Леди какая-то. Какая-то леди. Леди, может туда сходить, глянуть? О, я пропустил. А, это одиночное подземелье. О, отлично, сейчас сходим в одиночное подземелье. Супер. Супер. С королевой поговорим в следующей серии. Так, книжечка, книжечка, книжечка. Это где? А, вот тут. Истоки гильдии магов. Опять же, читаем на паузе. Раз. Девас. Отлично. Читаем на паузе. Наслаждаемся. Так, где там? Где там подземелье? Одиночное подземелье написано. Но это же охотник на небесные осколки Уридона. Что это значит? Нифига не понял. Пошли, сходим. Это же осколок, а не подземелье. Ну ладно, глянем. Глянем, глянем, глянем. Как будто где-то там самолет только что пролетел, слышали? Или это у нас тут на улице гром гремит, и я немного не понял. Как будто истребитель перешел сверхзвуковой барьер. Точнее, звуковой барьер, а не сверхзвуковой барьер. Это что такое? Найдена локация леди. Что это значит? Давайте используем. Знак леди дает живущему под ним дар, который увеличивает физическую и магическую сопротивляемость. Вы можете иметь не более одного дара одновременно. Хорошо, давайте используем этот знак. Физическая и магическая сопротивляемость нам пригодится, если мы сейчас пойдем в какое-то там одиночное подземелье. Если это оно, конечно. Так, давайте сюда лучше пройдем. Или нет, лучше туда. Блин, маунта бы. Чтобы быстрее передвигаться по локации. Знаю, что в комментариях будут писать слишком много воды. Что это такое? Охренеть. Какие-то демоны. Не буду я с вами драться. Вот. Видимо, все-таки это и вправду подземелье. Давайте-ка спустимся. Тут еще какая-то деревушка. Давайте тут осмотримся. Ну, если люди будут писать нечто подобное, знаете, этот мир надо изучать, это же нет, это не Skyrim, это же The Elder Scrolls, друзья. Здесь нужно бегать, оглядываться и все такое, может, чего интересного найдем. Ну, это, конечно, ММО, а не одиночное РПГ, где гораздо больше всего всякого интересного. Но все же. Вылазка, заявка Деля какая-то. Заявка Деля. Никто не поверит старому бродяге Делю, когда тот, пошатываясь, вошел в Улхемский дозор и начал говорить об огромных залежах какой-то ляпис, чего-то там. Предзаказ Саммерсет. Блин, уже Саммерсет скоро выйдет. Да, офигенно. Exit. А я еще до этого не добрался, как его там, как называется-то. Вот, до этой вот хрени. Забыл. Ну, я не играл в эту часть The Elder Scrolls, так что не помню даже, как локация называется. Так. Подземелье. И у нас где-то здесь вот эта штука. Надо поставить маркер.
Блин, у меня инвентарь забитый. О, что это? А вот Dobbs the Seals. Что это? На карте не помечено. Кто-то забыл пометить, видимо, в аддоне. На английском все. Мои верные субъекты. Наши переговоры с морскими эльфами или речными, или как их там, закончены. Они по глупости поверили, что они и мы равны. Что правители по праву Тамриэля будут делиться властью с недостойными, так переведем, недостойными глупцами. Ну, короче, понятно, тут какие-то нехорошие люди, видимо, засели в этой пещере. Жаль, я не умею быстро переводить, быстро формулировать. Так, стоп. Нет, нам туда сначала. Так, а почему в этом подземелье нету врагов? На меня никто не нападает. Это потому, что его кто угодно может зачистить. И все. Или что тут? Смотри-ка. Женьшень. Мед. Ладно, я ничего брать не буду. Если найдем здесь какого-нибудь босса, с него, возможно, какой-то интересный дроп выпадет так. Только что был где-то враг. Ага, вижу. Ну вот и пошли вражинки. Ну, проверим, насколько они сильные здесь. Да не очень-то и сильные. Нормально. Лежать. Блин, хочу все забрать, но не могу. Готово. Голубка, что-то дропа с нее нет вообще. Неужели тут ничего не падает? Ну, стреляй в нее. Чё стоишь? Или в него? Это он, наверное. Но он в юбке, так что я не понял. Мужик, ты чё в юбке ходишь? Ой, извините, не хотел вас разбудить. Отвали. Ай-яй-яй. Эта тварь меня ошеломила. Отойди. Золотишко. Я люблю золотишко. Так. Нашли. Отлично. Три штуки же надо собрать, да? Да, три. Еще. Блин. Так, ой, блин, сколько их на меня напало-то. Твою мать, валим нафиг. Нужно отсюда сваливать срочно. Не догоните, говнюки. Так, слышь, тебе помочь, брат, братюнь? Давай, помогу. А ты мне поможешь. Да блин, не подыхай, брат. Ты чё? Ты чё? Я же не могу тебя воскресить. Он сам может тебя воскресить. Круто. Погнали со мной.
Так, у них здесь где-то босс есть или что? Так, давай-ка я пойду с этим парнем. Он там чистит все подряд. Молодец, вперед. Дави всех, а я так посмотрю на это. Хорош, красава. Или ты только за этой хренью пришел? Нифига себе, как он тут всех. Умри. Я отомстил вам за то, что вы налетели на меня все вместе. Со всех сторон. Ой, блин, опять. Думал, трупак лежит. А он жив, оказывается. Все, готов. Готов. Так что же в этом подземелье прячут, интересно? Эй, тебе плохо что ли? Или ты просто прилег поспать? Лотос. Блин, ничего брать не буду. Так, и где здесь боссы? Что это за подземелье такое? Что-то я не пойму. Да не в тебя я стреляю. Хрен с два. Ай-яй-яй. Так, ну, хотя бы с двоими справился. Может, дело в дропе, который здесь собрать можно? Я не совсем понимаю, что тут нужно делать. Или тут просто убили босса, который здесь был. А, вот босс. Я понял. Полинус какой-то. Отойди от меня, Полинус. А, черт. А, нет, блин, а! Мне сейчас жопа будет. Черт, еще. А, нет. А, блин. Как-то поздно вы мне показали, что зажимать-то. Хрена тебе. Так я его заковыряю вот этим навыком и все, мне больше ничего не надо. Ух. Так. Вот это геймплей. Вот это у меня лучник. Просто жесть. Не, пожалуй, все-таки я не буду. Тут невозможно просто, блин, вот нереально. Так, закрываемся. Пошел нафиг меня. В соло невозможно всяких боссов убивать. Они подходят
в упор. Ничего не сделаешь. Валят тебя на землю и все. Найтблейда все-таки буду прокачивать. Ну нафиг. Камень душ. Тяжелые доспехи. Так, камень душ. Блин, не все влазит. Давай что-нибудь выкидывать. Ну, хотя бы босса нашли. Кремень давайте выкидывать. Хотя бы нашли босса. Так, все. Готов, голубчик. Пещерка красивая. Дроп так себе, конечно. Тяжелый шмот почему-то выпал, а не средний для меня. Было бы круче, если бы был средний. Так. Ну, короче, побежали. Напролом. Напролом. Вам меня не догнать, засранцы. Ай, хватит. Больно. Больно. А, нет. Нет, 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 нет. Блин, я думал, успею. Не хотел я уже назад вылазить. Так, у меня есть камень душ, но я его здесь использовать не буду. Давайте лучше у дорожного святилища. Так, это я где? Прямо у входа. Ладно, сойдет. Шмотку, наверное, конечно, повредил. Ну, в принципе, пока норм. Хотя вот поясок, конечно. Покоцали. Ну что ж, первый данжик мы зачистили. Это соло-данжик. В плане зачистили. Ну, босса убили. Какой-то дроп там взяли с него. Ничего особенного не выпало. Ну, в плане, может... Давайте посмотрим, кстати, что там выпало. Чтобы... Зеленая шмоточка, штанишки и поясок. 41,86 голды стоит. Ну, возможно, здесь... возможно, это подземелье специально для тех, кто тяжелый шмот должен носить. Создано. Не знаю, почему именно тяжелый шмот выпал. Но голдишки хотя бы подняли. 41 голды. Выручим за эту штуку. Нормуль. Сойдет. Что ж, друзья. Такая серия у нас получилась. Что-то бегали, что-то убивали. В следующей серии пойдем по заданию. Найти с виду королеву. Королевы. Пора уже приступить. Надеюсь, вам все-таки понравилась эта серия. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь. И увидимся в следующих сериях. Всем пока.